Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Крюга ТВ. Сегодня поговорим о такой машине, которую вы могли получить за операцию «Лето», если очень сильно постарались и очень много позадротили, а именно Type 65. Эта машина находится в советской ветке, на боевом рейтинге 5.3. И в принципе от 34-ки ее отличает естественно ее вооружение и то, что по сути это зенитка. Нас же интересует несколько другое, насколько этой зенитке возможно вообще в рандоме жить и существовать. Сегодня как раз об этом и будет речь вестись. Но сначала к ТТХ. Первое, конечно же, и самое главное отличие этого оружия, о нем нужно более подробно. Здесь стоят две пушки тип 65, 37-мм, с боезапасом в 390 снарядов, что довольно дофига, как для зенитки с такой скорострельностью. Также мы имеем несколько лент с разной набивкой, но основные это УО-167, который имеет фугасную набивку и выносит самолеты практически всегда ваншотами, и, конечно же, БР-167П. Это бронебойно-подкалиберная лента с пробитием в 102 в упор и 80 мм на 500 метрах. Отличное пробитие, воскликните вы. И я так чувствую, что многие похвалят эту зенитку. Я вынужден в некотором плане согласиться, да, это действительно неплохо, но есть много противников, которых мы не пробиваем, и да, случаются ситуации, когда ты вынужден глазами кота в сапогах смотреть на своего противника, которому ты ничего не можешь сделать. Но об этом чуточку позже. Перезарядка орудия довольно быстрая, к сожалению, в ангаре написано 1,2 секунды, что, конечно же, не так. Скорострельность орудия 160 выстрелов в минуту, то есть, в принципе, разрядить можно свой барабанчик быстро. Кстати, состоит он, ну, скорее, кассета из 10 снарядов, то есть вы можете выстрелить 5 раз двумя снарядами. По сути, это ЗСУ-57-2 на более низком уровне. Но к этому следует несколько помарок сделать, о них мы опять же чуточку позже. Собственно, в орудии, мне кажется, больше ничего интересного нет. Баллистика у него более чем приемлемая, с самолетами справляться вполне можно, единственное, что скорострельности не хватает, тот же Вирбельвин будет гораздо интереснее. Ну а тот же Оствин будет великолепно смотреться против техники на своем БР. И по сути, вот мы уже нашли замену Type 65, то есть не менее интересные и в своем плане имбовые машины. Но тем не менее у Type 65 все тоже неплохо. Идем далее. То, о чем можно сказать кратко, это подвижность, здесь она не подвела. Масса 25 тонн на 500 лошадиных сил. И если вы скажете, что она ездит так же, как 34-ка, то я вас перебью и поспешу исправить, поскольку это не так. У обычной 34-ки масса на 6 тонн практически больше. Соответственно, Type 65 гораздо более подвижен. При одинаковой максимальной скорости в 55 км в час по пересеченке по нормальному грунту он спокойно выдает 45-50, что, конечно же, очень круто. И сама по себе динамика машины просто умопомрачительная, поэтому подвижности здесь, несомненно, стоит поставить огромный плюс. Броня. Здесь все гораздо сложнее. Корпус от обычной 34-ки, то есть пробивать и насиловать нас будут абсолютно все. Ну, разве что волшебный люк мехвода вас будет спасать, впрочем, я в этом сильно сомневаюсь. А вот касаемо огромной и высокой рубки, она состоит из 15-мм стали, которую пробивают браунинги противника, причем за милую душу. И это следует понимать, поскольку вы будете лакомым куском не только для авиации, но и для танков противника, тех же самых Шерманов. А попадаем мы против американского сетапа в 9 из 10 боев. Короче говоря, бойтесь пулеметов та же. К этому следует отметить то, что рубка открытая сверху, и в ней сидит 4 из 5 членов экипажа. А это значит, что самолеты вас могут убивать с одного захода, если повезет, если нет, то с двух. Лишь один водитель находится в корпусе, остальные сидят именно наверху. Также следует понимать, что у нас из башни практически нельзя вынуть боеукладку, которая находится как на полу боевого отделения с баками, так и в задней части башни, два брикета. Они не особо большие, но взрывают в них будь здоров. И если их вынуть, то тогда вам может не хватить снарядов на бой, где вы хотите стрелять и не задумываться о боекомплекте. Поэтому тут уже решайте сами, либо вам можно будет делать пью-пью куда угодно и как угодно, либо очень следить за расходом своих снарядов, поскольку взять в таком случае вы сможете кассет 20 в лучшем случае, если хотите вынуть эту боеукладку. Точных цифр сейчас не назову. Ну и собственно вот и все. Сразу все стало понятно об этой самой машине.
Вроде бы хорошо. Эта зенитка не бесполезна и в теории может справляться с противником. Однако давайте взглянем реальности в лесу. Большая часть боев будет на вашем Бэйре и ниже, где против вас будут в массе своей Шерманы Джамбо, которых вы практически никуда и никак не пробиваете. Да, опять же, теория теорий, вы можете пробивать их под башню, в верхнюю часть башни, но из-за того, что под калиберы, сами понимаете, это будет абсолютно бесполезно, и в пулеметик, ну и само собой в борта. На практике же получается так, что пробить его куда-либо, этот Шерман Джамбо, с расстояния в 200 метров и ближе, вы можете только в пулемет уверенно, в остальные места он не пробивается. Довольно небольшой товарот спасает его от пробития в борт также. Реально, легко туда поражать его можно только под углом где-то в 45 градусов, да и то далеко не факт. Под прямым углом, конечно, будут лопаться Шерманы Джамбо. Если мы попадаем на боевой рейтинг выше, то, сами понимаете, можно нарваться на тигров, которых мы не будем пробивать от слова никуда практически, только если в корму, чтобы уверенно, и самое главное, чтобы они еще и не ромбовали. Будем встречаться с пантерами, которые мы в лоб также не пробиваем. Будем встречать множество других бронированных противников, и не знаю, как можно об этом умалчивать. Конечно, всякие вкусняшки по типу Хелкотов, по типу Дикермаксов, по типу вот всего вот этого, конечно же, это наш корм. Это остается нам, но у нас нет стабилизатора. Конечно, зачастую мы можем выстрелить первыми, но бывали ситуации, прилетит уже первее. Это редко случается, но бывает. Также следует отметить то, что нас всегда любят уничтожать самолеты. Уже проверено, в некоторых боях они прям-таки хотят полакомиться и начинают фокусить. Потому что могут убить, и они действительно убивают. Отбиться от них можно, но если самолетов в воздухе 2 или 3, мы вряд ли сможем всех сбить разом, если они на нас нападут как стервятники, и будем отправлены благополучно в ангар. Конечно, мы защищены лучше, чем та же самая Пакума, но, как мне кажется, та же самая Пакума, выдаваемая ранее, гораздо более интересна. Эта зенитка хоть и может бороться с танками, но, мне кажется, не ультимативно. От слова совсем. Есть ситуации, в которых она просто никак не хочет себя показывать нормально. Причем, казалось бы, вот рассказывают о том, что она должна пробивать Шерманы и Джамбо. Ну, в теории, да. На практике получается пробивать крайне рандомно, даже стреляя куда ты хочешь стрелять и вот стреляя попадая туда. То есть тот же самый пулемет с дистанции в упор ты можешь не убивать Джамбо с двух кассет, а может быть и с трех, при этом ему может хватить и одной тычки в тебя. То же самое касается и обычных Шерманов, несмотря на то, что бронирование казалось бы у них слабое. Мы их с дистанции метров 300 неуверенно поражаем. Очень неуверенно. А опять же, противнику зачастую хватает одной таблетки. Стоит также отметить то, что, конечно, живучесть машины более-менее нормальная. И та же самая компоновка, ну, скажем так, на 3 из 10. То есть взрывают и убивают нас не каждым выстрелом. Но, тем не менее, опять же, пулеметы — очень быстрая смерть. Зенитки — моментальная смерть. Самолеты — моментальная смерть. Могут прилететь ваншоты от танков. Но если снаряд какой-нибудь подкалиберный, то есть с теми же самыми британцами, будет чуть проще, хотя и они могут вызвать взрыв боекомплекта того же самого. Ну или вынести достаточное количество членов экипажа, чтобы вторым выстрелом отправить вас в ангар. Не говорю, что живучесть машины полностью никакая, но она близится к ваншот-мобилю. С этой стороны не вижу в этой зенитке ничего интересного. То есть, да, конечно, она нормальная. Она вполне себе в балансе. Она может справляться с танками, она хорошо справляется с самолетами, но она очень сильно уязвима. Есть ситуации, в которых она не может быть применена, просто противник не позволяет себя уничтожить с этих самых орудий. Ситуация не аналогична ЗСУ-57-2, которые в большинстве своем видят леопардов и их выносят. У нас нет такого количества хелкотов в рандоме, а когда кидает по верхней планке Бэйра, то вообще суши и весла. Поэтому те, кто кричат, что машина имба, вынужден не согласиться. Она нормальная, либо же хорошая, в зависимости от того, в какой бой вы попали. Если вы будете быковать и как-то действовать на эмоциях, то вы очень быстро отправитесь в ангар. Да и при грамотном подходе, зачастую просто в бою вы поехали куда-то ныкаться на один фланг, чтобы подкрысить, но туда не приедет противников 5 или 6, чтобы их всех можно было спокойно уничтожить и забрать. Поэтому моя оценка где-то 6-7 из 10. Что вы считаете по поводу данной машины, пишите в комментариях. Это нормальный подарок за лето-марафон, но я бы взял Пакуму.
На этом на сегодня все. Ставим пальцы вверх, подписываемся на канал. С вами был Крюга ТВ. Всем пока-пока.